37-летний новочебоксарец признан виновным в незаконной организации проведения азартных игр. Незаконный бизнес принес ему не менее 65 тысяч рублей. Подсудимый свою вину признал. Канашский районный суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы. Следствием и судом установлено, что в декабре 2018 года в Чебоксарах и Канаше он организовал работу двух игорных заведений, в которых были установлены не менее 30 единиц игрового оборудования. Однако в январе прошлого года эта противоправная деятельность была пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета по Чувашской республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.